أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Сегодня мы с большим нетерпением ждали этого дня. Принимаем новый устав как РДУ области, так и для местных мусульманских религиозных организаций. Старый устав уже изжил себя. Временем есть определенные там нарушения или несоответствие с законодательством, новыми актами, принятыми государством. Новый устав по-прежнему будет регулировать отношения между участниками мусульманских организаций, регламентировать их права и обязанности, разграничивать духовные саны. Но Большой съезд в Оренбурге собрали не только для принятия основного закона. Еще одна задача – обмен опытом в борьбе против экстремизма и терроризма. Мы хотим провести повышение квалификации для имамов области, чтобы противостоять вот этим радикальным идеям, которые хотят противопоставить Божьих созданий против друг друга. Жить по Божьим законам значит чтить права других людей, не покушаться на жизнь и имущество других. Мы прикладываем все свои усилия, знания, все, что можем, для того, чтобы оградить молодежь от экстремизма. Ибо они должны учиться на тех оставленных нам величайших традициях, обычаях наших народов, наших Оренбургской области, которые исповедовали ислам веками. Молодежь сегодня почасту сидит часто в интернет-пространстве, где есть псевдоимамы, которые привлекают, отвлекают именно от вот этого традиционного ислама. Вот это, конечно, тоже для нас очень большая проблема, но мы делаем все то, что от нас, конечно же, зависит. На сегодня в ряды запрещенной террористической организации вступили более 20 оренбуржцев. В связи с этим сотрудники полиции разработали специальную памятку для родителей, чтобы они могли самостоятельно выявить, что их ребенок попал под влияние экстремистов. С памяткой можно ознакомиться на сайте ОМВД России по Оренбургской области в разделе «Полиция в сети интернет». Гульнара Давлеталинова, Максим Марарь, городской телеканал ЮТВ.